день рождения и свадьба, новоселье и Новый год. 8 марта, 23 февраля – всех праздников в нашем календаре не перечесть. А где же купить подарки для каждого из них? Мы рекомендуем вам отправиться в магазин «Мир подарков». Только войдя в супермаркет, понимаешь, это буквально рай для тех, кто хочет порадовать себя или кого-то из близких и знакомых. Порядка 20 тысяч презентов – это же целый океан счастья. Если вы заглянете в отдел украшений, то без покупки точно не уйдете. Кольца, браслеты, бусы, колье – всего не перечесть. Мой взгляд, сразу привлекли витрины с изделиями с золотым и серебряным напылением. Украшения из металлов под золото и серебро – это не только красиво, но также выгодно и практично. Например, вот такая цепочка стоит всего 204 рубля. И поверьте, она высочайшего качества. Даже если вы будете носить ее каждый день, она не потемнеет как минимум год. Согласитесь, такой презент приятно преподнести, а еще более приятно надеть и носить ежедневно. Серьги – это вообще магнит для модниц, причем всех возрастов. Разнообразие дизайнов удовлетворит как солидную даму, так и юную модницу. Это, например, пусеты. Двусторонние серьги-гвоздики. Стильно и оригинально. Ну а если вы сторонница классики, независимо от возраста, или выбираете подарок именно такой леди, обратите внимание на изделия из камней, самоцветов и других натуральных природных материалов. Змеевик и агат, кораллы и жемчуг, хризолит – все и не перечесть. Любопытно, что русские женщины по статистике чаще всего выбирают бирюзу. Есть изделия, которые и на праздник можно надеть, и на повседневную жизнь, в комплекте с сережечками, большой ассортимент колечек из бирюзы. Есть разных оттенков, есть прессованная бирюза, есть натуральная бирюза. У нас отличные цены, я думаю, приемлемые для любого кошелька, потому что мы работаем напрямую от поставщика и делаем небольшие накрутки. От каждого из изделий, представленных в мире подарков, глаз не отвести. Здесь найдут для себя украшения солидные дамы, невесты, тинейджеры. Например, это чокеры. Очень модные сейчас колье-ошейники. А это уже витрина с часами. Как мужскими, так и женскими. Здесь также разнообразие моделей просто потрясает воображение. Часы во все времена считались модным и стильным аксессуаром. А если вы хотите его приобрести по самой лучшей цене, обязательно заходите в мир подарков. Например, вот такие мужские, большие, с тремя циферблатами. Здесь стоит всего 425 рублей. Если задастся целью перечислить весь ассортимент этого отдела, не хватит и дня. Поэтому просто приходите в мир подарков за украшениями и аксессуарами. Копилки, интерьерные и ландшафтные фигуры можно назвать самым универсальным подарком. В этом супермаркете вы найдете любые, что называется, от классики до авангарда. И не прогадаете. Такая фигурка украсит и небольшую квартиру, и просторный дом. Преподносить такие презенты можно на любой праздник, по любому поводу. Это всегда уместно. А знаете ли вы, что 2017 год – это год петуха? А потому получить вот такой презент одинаково приятно будет и вашим родственникам, и знакомым. Да-да, выбирать подарки на Новый год стоит уже сейчас, пока не возрос ажиотаж и можно выбрать копилку или интерьерную статуэтку из десятков представленных моделей. А теперь о совершенно уникальной группе товаров. У этих витрин и стеллажей у вас непременно поднимется настроение. Ожидание малыша и появление ребенка, пожалуй, один из самых важных моментов в жизни каждой семьи. И магазин «Мир подарков» поможет сделать это событие особенно ярким и запоминающимся. Здесь десятки мелочей, о существовании которых я, например, даже не подозревала. Украшения для автомобилей на выписку из роддома. Яркие элементы для украшения квартиры по этому приятному поводу. Гирлянды, медали, дипломы и многое, многое другое. Кстати, по соседству еще один отдел, куда молодые семьи заглядывают гораздо раньше. Свадебная атрибутика. И в мире подарков она, разумеется, по самым приятным ценам. Я перечислила лишь несколько вариантов подарков, которые можно найти в этом супермаркете. Но поверьте, это капля в море. Картины, игрушки, посуда, наборы для творчества. Здесь можно выбрать презент любого толка. В супермаркете «Мир подарков» ассортимент обновляется буквально еженедельно. Здесь вы можете выбрать презент для любого важного торжественного события, ну а также то, что сделает ярче и оригинальней именно ваш дом и вашу жизнь. We'll be right back.
Желание обновить мебель в кухне, гостиной, гардеробной, спальне или прихожей не зависит ни от времени года, ни даже от кризиса. Определяющим для нас, потребителей, является соотношение цены и качества. И сегодня мы отправились в магазин «Мебельер», чтобы выяснить, насколько это выгодно – купить готовую мебель, либо заказать ту, которую хочется именно вам. «Мебельер» – не просто сеть магазинов, а целая производственная компания. Уже более 12 лет ее коллектив изготавливает корпусную мебель, которая украшает квартиры не только жителей Канска. «Мебельер» широко известен и за пределами Красноярского края. И неудивительно, здесь легко воплотят в реальность любую вашу мебельную мечту. Основной материал, с которым мы работаем, это ламинированная дерево-стружчатая плита. Предпочтение мы отдаем заводу-производителя города Томска, потому что ламинат идет более плотный, а это значит, что мебель прослужит намного дольше, чем других производителей. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, учитывая их потребности, пожелания, но, естественно, финансовую возможность. Цветовая гамма ЛДСП буквально безгранична, так же, как и фасадных, кромочных материалов. И все это на любой кошелек. Но не думайте, что мебель эконом-варианта будет хуже по качеству. В «Мебельере» все делают на отлично. Просто дизайн и фурнитура будут попроще. Убедиться в качественной обработке каждой детали можно, заглянув в производственный цех. Современное итальянское оборудование позволяет без сколов пилить ДСП, проклеивать кромку, делать фигурную фрезеровку. Мастера, работающие здесь, постоянно проходят обучение, повышая свою квалификацию. И работают они очень быстро. Выполнение любого заказа займет от 2 недель до месяца, в зависимости от сложности. А теперь более подробно о конкретных предметах интерьера. Например, о красивых и удобных кроватях. Спиночку изготавливаются фасады МДФ. Идут расцветочки, тоже идут разные. Форма может быть тоже разнообразной. Фрезеровочка тоже есть у нас, выбор огромный. Также мы предлагаем нашим заказчикам ортопедические основания любых размеров. Также предлагаем матрасы любых размеров, любого разнообразного наполнения. Но мое внимание в «Мебельере» сразу привлекли шкафы. Здесь есть вот такие яркие детские и уже более солидные, куда поместится гардероб всей семьи. Если вы хотите добавить в свой интерьер ярких красок, рекомендуем выбрать вот такой шкаф-купе под названием «Ночной город». Помимо яркого внешнего оформления, он порадует вас и своей функциональностью. Штанги, полки и вместительные ящики для белья. Вообще же в «Мебельере» вам предложат десятки вариантов оформления дверей шкафа. Шкафы-купе, во встроенные шкафы, гардеробные. Мы ставим раздвижные двери на алюминиевой системе. В раздвижные двери мы можем вам предложить поставить, значит, рифленое стекло, как светлое, так и бронза. Оргстекло, что тоже очень красиво. Оргстекло может быть как матовое, так и прозрачное, разных расцветочек. Также мы можем предложить вам ставить панелечку МДФ, зеркало, пожалуйста. На зеркало мы можем нанести рисунок пескоструй, то есть фон может быть зеркальным, рисунок матовым, и может быть наоборот. Фон будет матовый, рисуночек будет зеркальный. Также можем поставить стеклопечать, то есть это на стекло наносится рисуночек. Не менее разнообразным может быть и наполнение шкафа или вашей гардеробной. Мы можем предложить поставить пантограф, сетку под обувь, выкатные корзины, вешалки для галстуков, для брюк, для ремней. А теперь все внимание на кухне. Я считаю, что это главная комната в доме, а потому мебель в ней должна быть современной. В «Мебельере» вам предложат фасады гарнитура на любой вкус. Прямые и вогнутые, гладкие и с фрезеровкой, разного цвета и текстуры. В данном кухонном гарнитуре представлены фасады МДФ. То есть это идет пленочка. Она считается экологически чистым продуктом. Она очень устойчива к повреждениям, к влаге, ну и, что самое главное, к кухонному пару. Фурнитуру также мы можем установить разнообразно. Механизм открывания одним движением руки 2 дверей. Дверцы с доводчиками, открывающиеся лишь при нажатии. Металлические ящики, подсветка, барная стойка. Эти детали – еще один плюс в пользу кухни от «Мебельера». Ну и, конечно, выгодная цена. От такого предложения отказаться сложно. Я надеюсь, что даже самые сомневающиеся клиенты примут решение заказывать мебель только у нас. В наших салонах мы с удовольствием ждем не только постоянных клиентов, но и их новых. Добро пожаловать в «Мебельер».
Доктор Стрэндж, думаете, вам известно, как устроен мир? А если я скажу, что ваша реальность лишь одна из многих? Это противоречит здравому смыслу. Не во всем он есть. Не везде он нужен. Посредством мистических практик мы укрощаем энергию и формируем реальность. Мы перемещаемся в пространстве быстрее мысли. Как мне попасть отсюда туда? А как вы стали врачом? Я этому учился долгие годы. Я чувствую силу в нем. Он готов? Столько долгих лет я вглядывалась сквозь время. В поисках тебя. Marvel представляет «Доктор Стрэндж».